Всем привет, меня зовут Артур Ешетов, и это ТОП ШОУ НЮС, все самое интересное из мира музыки и шоу-бизнеса. Sony Pictures выпустила трейлер фильма «Морбиус» на русском языке. Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето. Это история ученого Майкла Морбиуса, который с детства страдал редким заболеванием крови и всю жизнь искал лекарства от него. Однажды очередной эксперимент с кровью летучей мыши привел к неожиданным последствиям. Морбиус обрел сверхъестественные способности. Он стал злодеем и одним из главных противников Человека-паука. Впервые во вселенной Марвел Морбиус появился в 70-е годы, как враг Человека-паука. Но персонаж стал очень популярным, в результате авторы сделали его супергероем и посвятили ему отдельные комиксы. В 1992 году произошло официальное возрождение персонажа. Главную роль исполнил обладатель премии Американской киноакадемии Джаред Лето. Картину срежиссировал Даниэль Эспиноса, работавший над фильмами «Живое» и «Код доступа Кейптаун». Согласно данным, мировая премьера фильма «Морбиус» запланирована на 30 июля 2020 года. А у меня на этом все. Ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И будь в курсе всего самого интересного из мира музыки и шоу-бизнеса. Пока!